Чего? А это нормально, что экранчик погас? Он, наверное, кнопку нажали. Ну, какую? На эту. Ну, аж моргает. Значит, запись идет. А фиг его знает. Потом проверим. Всем доброе утро. Утро, потому что я, как всегда, с утра хожу на обучение. Вот. В общем, вы представляете, утречко у меня сегодня началось в 6:30. И не потому, что я захотела проснуться, не потому, что у меня зазвенел будильник. Нет, просто у какого-то человека сработала сигнализация. Прям под нашими окнами. Выключал он ее. Раз пять, наверное. Но длилась вся эта эпопея в районе 30-40 минут. В общем, да, разбудили меня сегодня рано, но несмотря на это, настроение у меня все равно хорошее. И даже несмотря на то, что опять это отвратительнейшая погода, опять нету даже намека на солнышко, хорошо, хорошее настроение у меня все равно, потому что я иду куда? Правильно, я иду учиться водить. И мне это прям очень нравится. Так, заходим. Здравствуйте! Здравствуйте! Журналюги пришли. Я понял. Так, ну что, все, помчали дальше. А тут опа! Спешила. Поспешила. И из-за того, что поспешила, я заглохла. Так. Педаль газа не трогать. Педаль газа не трогать. И вот вам педаль газа не трогать. Так, Владимир пошел контролировать мой заезд в гараж. А я прям вписалась. Жаловался ему, что что-то у меня с гаражом беда, я вписалась. Мне кажется, очень даже неплохо вписалась. Что-то я траекторию тут всю свою перефигачила. Фишку кто-то сбил. Это была не я. Слушай, ну мне эти прилегающие территории, ну что же это такое-то? Не дают мне жизни. Как резко. Не буду здесь останавливаться, поеду дальше. Поглядывает инструктор-то мой. Люди, чтоб я на газ не жала. Ладно, чуть-чуть можно. Чуть-чуть похулиганить себя можно. Главное, без последствий хулиганить. Вот я сейчас держала, кстати, ногу на педали газа. Вот хорошо я вовремя чухнулась, а то я сейчас здесь на эстакадиках улетела бы. 3 часа полет нормальный. Что-то солнышко проблескивает, маленько. Может, разгуляется погодка. Ребятки, люди, все, кто на морях, пришлите нам немножко тепла, пожалуйста, и солнышко. А то уж прям очень соскучились. По солнышку и по теплу. Вот такая вот, серьезная за рулем сижу. Прям брови сдвинуты. Это на площадке иногда езжу с одной рукой. Ну, в смысле, рулю одной рукой. Все инструктора мне говорят, что я оборзевшая. Вот. Слишком самоуверенная. Вот Владимир мне, кстати, говорит иногда о том, что вот эта вот моя самоуверенность играет со мной злую шутку, потому что на поворотах я лихачу. Ой! Тут я крутовато заехала, не вписалась. Вообще не вписалась. Резко сцепление отпустила. Поздно руль выкрутила. Ой, главное так не накосячить во время сдачи экзамена. А то останусь я без прав. Молодой человек, вы создаете пробку на дороге.
опять золотая вообще, куда деваться? Опять я хотела на газ нажать. Прикиньте, на экзамене перепутал. Просто газ с тормозом. Все, до свидания. Мне кажется, даже в таких условиях даже с пятого раза не сдашь на права. Все. Они прям сразу крест на тебе поставят. Так, ну вроде как опять вписалась. Все очень даже неплохо. А вот что-то в парковку я в этот раз... Вот ни разу не было такого, чтобы я прошла всю полосу вот это вот препятствие без косяков. То я фишку зацеплю, то я там чуть-чуть не дотянусь, то здесь немножко не достану. Ну это какой-то трэш. То заглохну, то еще что-нибудь. Как вот сдавать экзамен, ребят? Если постоянно какие-то косяки. Это же просто печальная печалька. Так, я так думаю, что на следующей неделе уже, наверное, мы пойдем сдавать теорию. Внутренний экзамен, который будет проходить в автошколе. И пока я его не сдам, ГАИ мне не допустит. Поэтому, что я вам хочу сказать. А, кстати, я хотела снять еще экзамен. Не знаю, насколько мне это разрешат, но если разрешат, я немножко поснимаю. Посмотрите, как это проходит. Самые нудные вот эти вот занятия закончились по теории. Сейчас у нас осталось буквально пару глав из правил дорожного движения. И мы на самом деле практикуем сейчас экзамены. То есть нам дают возможность сесть за компьютер и попробовать пройти, сдать экзамен. Если есть какие-то... А, еще медицину мы еще не проходили. Оказание первой медицинской помощи должен прийти медработник. Может быть, в понедельник проходили, поскольку я прогуляла. Вот. В общем, о чем я? А, нас сажают за компьютеры, и компьютер выдает автоматически какой-то билет. Любой там на свое усмотрение. И мы его проходим. Если возникают какие-то вопросы, какие-то сомнения, безусловно, с нами все это разбирают. То есть это не остается так на отпуск, на угад, нет. Если вообще малейшее сомнение возникает, как бы обращаешься к педагогу, и он все рассказывает, все популярно разъясняет, чтобы не было вот этой вот угадайки. Чтобы было не на угад, все, а от знаньки. У мужиков ноги накачаны, наверное, потому что они в механике ездят. Так вот я сижу, пока жду сцепления, выжимаю, нога ну, прилично напряжена. Потому что, ребятки, скоро буду качком. Парень тоже не вписался. А он еще раз хочет попробовать. Надо, человек, тут очередь, выезжайте, давайте. Знаете, там меня подгоняют. Чего ты меня подгоняешь? Здесь вариантов никаких нету. Кроме как стоять и ждать. Ну почти, чувак, почти вписался. Так, ну что, очередное мое занятие закончилось. Я вот выхожу с школы. Вот она там, площадка. Ну, слушайте, мне кажется, было все не так плохо, как могло показаться. Я, в принципе, никуда не врезалась. Я пропускала всех пешеходов. Я... не покалечила машину, не покалечила людей. Да, я туплю, но ну а как по-другому-то? Если человек никогда не сидел за рулем, одно дело, когда люди умеют ездить, и мальчики, которые упадут, берут машины и так далее, да, то есть если я никогда не сидела за рулем, ну да, мне пока тяжеловато это дается. Но я учусь, все еще впереди. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на нас, пишите ваши комментарии, что вы еще хотели бы увидеть. Над чем поржать и так далее. Все, всем пока.